Құрметті көрермендер, дәл қазір Ақтауда бес мемлекеттің, яғни Қазақстан, Ресей, Иран, Әзірбайжан және Түркменстан президенттері бас қосып, Каспий теңізінің мәртебесін айқындауға қатысты саммит басталады. Саммитті тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Мы подведем итоги многолетнего переговорного процесса по этому важнейшему вопросу. Второе. Сотрудничество на Каспийском море предполагается развивать его в первую очередь в таких сферах, как экономика, транспорт, экология, защита биологических ресурсов и безопасность. И третье. Региональная международная тематика. По желанию в рамках данного пункта можно обменяться мнениями по актуальным вопросам внешней политики. Принимая во внимание изложенные, надеюсь, что эту повестку дня мы все согласовываем и возражений нет. Так? Договорились. Тогда предлагаю работу в следующем порядке. Если у коллег не будет возражений, то позвольте мне в качестве принимающей стороны начать со своего выступления. Далее слово в алфавитном порядке будет предоставлено главам делегации. По завершении выступления обмен мнениями состоится церемония подписания документов, подготовленных нашими экспертами. Какие будут мнения и предложения по регламенту и порядку работы? Есть ли возражения? Нет. Тогда позвольте считать, что мы приняли. Я объявляю наш саммит открытым. Позвольте мне представить наше казахстанское мнение. Уважаемые друзья, Каспийский регион имеет уникальную историю и многообразную культуру. Здесь сосредоточены богатейшие человеческие природные богатства, ресурсы. Море также имеет важное геополитическое значение в силу его выгодного географического положения. Через регион проходят стратегические транспортные коммуникации. Каспийское море является эффективным связующим мостом между нашими странами, но также между Европой и Азией. На сегодняшний день Каспийские страны – это динамично развивающиеся государства, обладающие огромным потенциалом. Совокупная численность населения наших стран составляет порядка 240 миллионов человек. Исходя из этого, перед нами стояла сложнейшая задача совместного решения прикаспийскими государствами всего комплекса вопросов, связанных с Каспием. Не секрет, что некоторые эксперты скептически оценивали перспективы данного процесса, сомневались, что мы можем договориться. Однако сегодня перед всем миром мы говорим, что в Актау в результате совместной работы нам удалось прийти к общему знаменателю и взаимопониманию. Уважаемые главы государств, сегодня мы все являемся участниками исторического события. В ближайший час нами будет подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Можем признать, что консенсус по статусу моря сложился нелегко и не сразу. Переговоры продолжались более 20 лет, потребовали немало совместных усилий сторон. При этом обсуждение столь сложной тематики всегда проходило в духе добрососедства и партнерства. Особо хочу отметить роль всех предыдущих каспийских саммитов в Ашхабаде, Тегеране, Баку, Астрахане, которые придавали необходимый политический импульс, стимулировали достижение итогового консенсуса. Сегодня, по истечении практически четверти века, мы с уверенностью можем сказать, что нам удалось превратить Каспий в море дружбы и взаимного доверия и сотрудничества. Конвенция – это основной всеобъемлющий документ. В ней определяются и регулируются права и обязательства сторон в отношении Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушные пространства. Договор включает в себя вопросы, связанные с разграничением национальных зон юрисдикции и суверенитета,
осуществлением прав на недропользование, транзитом и транспортировкой, прокладкой подводных трубопроводов, кабелей, охраной природной среды, биологических ресурсов Каспийского моря и другие вопросы. Документ также регулирует вопросы безопасности с точки зрения противодействия современным вызовам и угрозам, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, военной деятельности прикаспийских государств. В целях эффективной имплементации конвенции нами создан специальный механизм регулярных пятисторонних консультаций под эгидой Министерств иностранных дел. Они на регулярной основе будут обсуждать все актуальные вопросы. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сегодня нами будут подписаны еще 6 важных международных договоров. Эти документы существенно продвинут наши отношения в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт и безопасность. Уважаемые коллеги, конвенция создает не только эффективный правовой режим, но также открывает новую страницу в истории нашего пятистороннего сотрудничества. В этой связи считаю, что мы должны рассматривать подписание данного документа как старт кооперации наших стран в новых условиях. Для полноценного использования наших резервов позвольте поделиться с вами своим видением возможных подходов к нашему дальнейшему сотрудничеству. Первое. Значительный ресурсный и транзитный потенциал региона, близость к Каспийскому морю зон нестабильной политической ситуации требует от прибрежных государств налаживания взаимовыгодного взаимодействия в сфере обеспечения безопасности. В конвенции нами были заложены основные принципы нашего сотрудничества в этой области. В этой связи предлагаем заключить пятистороннее соглашение о мерах доверия в сфере военной деятельности на Каспии. Отдельное внимание в конвенции уделено взаимодействию сторон по противодействию международному терроризму, браконьерству, незаконному обороту оружия и наркотических средств. Для продвижения сотрудничества компетентных органов в данных вопросах сегодня здесь в Актау будут подписаны соответствующие документы. Второе. Нам необходимо в полной мере использовать возможности конвенции и подписываемых документов для стимулирования торгово-экономических отношений прибрежных государств. Несмотря на то, что в 2017 году товарооборот между нашими странами вырос на 12%, но в сравнении с предыдущим годом в пятилетнем разрезе ввиду различных причин все же наблюдается значительное сокращение взаимной торговли. Подписываемым сегодня межправительственным соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве заложен механизм пятисторонних встреч министров экономики наших стран. Считаю целесообразным проводить такие встречи на регулярной основе. При этом особое внимание на этих консультациях должно уделяться расширению номенклатуры товаров взаимной торговли между странами. С развитием производств в наших странах сегодня на взаимовыгодной основе мы можем заместить друг друга многие виды продукции, которые мы замещаем за счет дальнего зарубежья. Статистическое сопоставление данных по нашим экспортно-импортным операциям свидетельствует о том, что имеются для этого широкие возможности. Хорошие перспективы имеют сотрудничество в сфере инвестиций. Поэтому на уровне правительств отдельная работа должна проводиться по созданию благоприятных условий для реализации совместных проектов, в том числе продвижением нашего сотрудничества в энергетической сфере, а также геологоразведки новых месторождений освоения. Третье. Развитие транспортной инфраструктуры Каспийского моря и координация деятельности в данной сфере позволило бы нам в разы увеличить отдачу от наших проектов, а также превратить Каспийское море в крупный международный транспортно-логистический узел. Казахстан со своей стороны ведет активную работу по развитию трансконтинентальных перевозок между Европой и Азией. Расширение мощности порта Актау с учетом нового введенного вчера только порта Курук позволяет осуществлять перевалку грузов на западе Казахстана до 26 миллионов тонн. На казахстано-китайской границе функционирует сухой порт Харгос,
который соединен с казахстанским логистическим терминалом в Тихоокеанском морском порту Ляньюнган в Китае. Данная система позволяет доставлять грузы от восточного побережья Китая через Каспий в любую точку Европы, Россию в кратчайшие сроки. Аналогичные меры наращивания транзитных мощностей эффективно реализуются и в ваших странах. В этой связи в рамках существующего формата встреч министров транспорта, морских администраций прибрежных государств отдельная работа должна проводиться по оптимизации тарифной политики и улучшению условий транспортировки в наших странах. Четвертое. Процветание нашего региона невозможно без коллективных усилий, должного внимания сохранению хрупкой экосистемы Каспия. Основным документом в данном направлении является принятая нами в 2003 году Тегеранская рамочная конференция по защите морской среды Каспийского моря. В ней заложены основные направления комплексного сотрудничества наших стран. Одной из договоренностей конвенции было создание на территориях прибрежных государств постоянно действующего секретариата по принципу ротации. На сегодняшний день этот институт работает и содержится на наши общие ежегодные взносы. Однако он находится в Женеве под патронажем Европейского офиса ЮНЕП. С учетом специфики вопросов защиты морской среды, которые требуют нахождения специалистов непосредственно в регионе, необходимо подумать о том, чтобы скорее завершить вопрос размещения секретариата согласно договоренностям. Особое внимание в работе по сохранению экосистемы Каспия должно уделяться сохранению генофонда осетровых, большая часть мировых популяций, которых обитает у нас в Каспийском море. Докладывают, что 90% мирового уровня этой рыбы находится у нас. И надо отметить, что за последние 10 лет поголовье сократилось 10 раз, и нам надо серьезно об этом подумать. С этой целью в Астраханском саммите в 2014 году нами заключено соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов. Создана специальная межправительственная комиссия, перед которой поставлены задачи по устойчивому развитию биологических ресурсов Каспия. С 2010 года в целях сохранения популяции осетровых действует мораторий на их коммерческий вылов. Вместе с тем предпринимаемые сторонами меры, на наш взгляд, недостаточно эффективны. Так, количество задержаний нарушителей в рамках мероприятий пограничной службы только Казахстана по пресечению браконьерской деятельности только растет. Увеличивается также количество изъятых сетей, крючковых орудий и лова. Уверен, что аналогичная ситуация наблюдается и в ваших секторах моря. В этой связи в целях сохранения уникальной экологической системы моря предлагается, во-первых, в ближайшей перспективе заключить пятисторонний документ, касающийся сотрудничества в борьбе с незаконным промыслом биоресурсов. Несмотря на то, что работа в данном направлении началась еще в 2010 году, мы еще до сих пор не можем довести ее до логического завершения. Во-вторых, наладить постоянный взаимообмен оперативной информации в отношении организованных преступных групп, лиц, специализирующихся на браконьерстве и корном и рыбном бизнесе. Дорогие друзья, в завершении выступления хочу отметить, что принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и подписание целого ряда документов – это свидетельство дружественных отношений прикаспийских государств, нашего стремления тесно сотрудничать и координировать заботу о нашем общем море. Искренне благодарю вас, президентов, моих коллег, все стороны, специальную рабочую группу по разработке конвенции о правовом статусе Каспийского моря за проделанную очень большую работу. Без каждого из вас нам бы никогда не удалось достигнуть сегодняшних успехов. Уверен, что итоги Актауского саммита внесут свой достойный вклад в продвижение нашего многогранного взаимодействия на Каспийском море. Для этого имеются сегодня все необходимые условия, самое главное – наша общая добрая воля. Впереди серьезная практическая работа по всем векторам. В свою очередь Казахстан готов к взаимодействию со всеми каспийскими соседями
и будет, как и прежде, активно развивать конструктивные отношения, основанные на открытости, равенстве, взаимной выгоде и доверии. Благодарю вас за внимание.